Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам представить 8 новых идей для заготовки полуфабрикатов. Мы будем заготавливать фаршированные овощи, мясные гнезда, беляши, ленивые голубцы, две разные запеканки, осетинские пироги и куриные тефтели. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для приготовления начинки для фаршированных овощей к мясному фаршу добавляем измельченный лук, промытый рис, вливаем воду, солим, добавляем любимые специи, я добавила кориандр и перец. И все хорошенько перемешиваем. Далее промытые и очищенные овощи заполняем начинкой. Овощи можно брать любые, у меня болгарские перцы и баклажаны. Баклажаны я разрезала на две части, удалила сердцевину, которую нарезала на мелкие кубики и добавила мясную начинку. Фаршированные овощи отправляем в морозильную камеру и займемся следующим рецептом. В оставшуюся от предыдущего рецепта начинку отправляем фарш, измельченный лук, капусту, которую можно нарезать очень тонко, либо измельчить в блендере, как на видео. В фарш также добавляем рис, воду, солим, перчим, добавляем хмели, сунели, кориандр и хорошенько перемешиваем. Из полученной начинки лепим заготовки овальной формы и выкладываем на подложку. Далее будем месить тесто на беляши и осетинские пироги. Просеянную муку всыпаем соль и сахар. В кефир всыпаем соду и перемешиваем. Постепенно, вливая кефир в муку, замешиваем тесто. В процессе замеса вливаем растительное масло и месим до эластичности. Готовим начинку для беляшей. В мясной фарш всыпаем измельченный лук, солим, добавляем специи, вливаем воду и перемешиваем. Тесто делим на небольшие части и каждый кусочек теста скатываем в колобочек. Берем заготовку и руками придавливаем, придавая плоскую круглую форму. При этом периодически припыляем мукой с обеих сторон. Тесто также можно раскатать при помощи скалки. Посередине выкладываем начинку и защипываем края, формуя беляш. Беляши отправляем на заморозку. Для следующего рецепта отварной мундире картофель очищаем от кожуры и толкушкой разминаем пюре. Полученное пюре солим и добавляем пропущенный через мелкую терку сыр. Перемешиваем и полученную начинку делим на три части. Тесто также делим на три части.
Далее руками расширяем площадь окружности заготовки. В центр заготовки кладем начинку, защипываем края и, аккуратно придавливая, придаем плоскую форму. Пироги отправляем на заморозку и займемся следующим рецептом. В сковородке разогреваем растительное масло, выкладываем грибы и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Далее в том же масле обжариваем куриную грудинку, нарезанную на средние кубики. К мясу добавляем измельченный лук и обжариваем до готовности лука. Картофель разминаем в пюре, добавляем одно яйцо, солим и в пюре просеиваем муку. Картофельное тесто выкладываем в форму для запекания и распределяем по дну и бокам формы, делая высокие бортики. Поверх картофельного теста выкладываем начинку. Сыр я буду посыпать в процессе выпекания. Готовим соус бешамель. В сковородке растапливаем сливочное масло. Масло всыпаем 2 столовые ложки муки, перемешиваем и далее постепенно выливаем молоко. Перемешиваем лопаточкой до загустения соуса. Готовый соус солим и по желанию добавляем любимые специи. На дно формы для запекания выкладываем мясо с куриных бедер без кости. Мясо выкладываем пластами. Мясо солим, перчим, добавляем любимые специи и сверху выкладываем лук, нарезанный полукольцами. Поверх лука выкладываем шампиньоны. На шампиньоны выкладываем отварной картофель, пропущенный через терку. Солим, перчим и смазываем соусом бешамель. Вы, наверное, заметили, что часто в своих заготовках я использую именно этот соус. Все потому, что сметана и майонез плохо переносят заморозку, в то время как соус бешамель заморозку переносит отлично.
Сыр, натертый через мелкую терку, всыпаем измельченную зелень. Вливаем соус бешамель и перемешиваем. Этой смесью смазываем всю поверхность запеканки. Это делается для того, чтобы сыр после приготовления не задубел и не превратился в подобие резины. Готовим мясные гнезда. В разогретую с растительным маслом сковородку всыпаем измельченные шампиньоны и пару минут обжариваем на среднем огне. Далее к грибам добавляем лук и обжариваем до готовности лука. Грибы с луком добавляем немного соуса бешамель. После остывания в начинку добавляем измельченный помидор и сыр, натертый на мелкой терке. Ингредиенты перемешиваем и пока отставляем в сторону. К мясному фаршу добавляем измельченный лук, солим, перчим. Добавляем мякиш белого хлеба, который был предварительно замочен в горячей воде. Все тщательно перемешиваем. Ну а далее из мяса формируем колобочки, которые кладем на рабочую поверхность и с помощью стакана делаем углубление посередине. Руками поправляем края заготовок, разравнивая и формируя равномерные бортики. Мясные гнезда заполняем начинкой. Заготовки отправляем на заморозку и займемся последним на сегодня рецептом. Готовим тефтели из куриного мяса. Куриную грудинку я измельчила в блендере. Добавляем измельченный лук, соль, специи и перемешиваем. Из мяса формируем круглые тефтели, из которых в дальнейшем я буду готовить супы. На сегодня у нас все. Я также планирую снять вторую часть к этому видео о том, как я готовлю полуфабрикаты после заморозки. Не пропустите! Основным преимуществом домашних полуфабрикатов является экономия времени, сил и выгода в тратах. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч!